Приветствую всех поклонников спорта номер один. Сегодня в первой, пятой. Да, в первой лиге, в Мелбет первой лиге, пятый тур. По традиции он растянут на три дня. Начать наблюдать за матчем пятого тура Мелбет первой лиги между Волгарем и Красноярским Енисеем. Длинный заброс. Видите вы на своих экранах статистика, что в пяти предыдущих гостевых поединках Енисей пропускал первым. А сейчас есть момент хороший. Скромно у нас с ударами в эти 18-19 минут. Ломакин. Получает пропережный удар Ломакина. Саганович отбивает перед собой. Добить некому. Ведерников просто. Ворота Волгаря спасает. Мне кажется, не совсем. Снова трибуна скандирует, что нужен гол. Ну, краткие разыгрывают астраханцы. Подача. Ну, удар. Гол! Ах, как перехитрили-то футболисты Волгаря своих соперников. Можно и пожертвовать ритуалом. Павлишин ювелирно вложил мяч в голову. Это все отговорки в пользу бедных. Еще один удар. И второй мяч в воротах Енисея. Вот так из ниоткуда возник этот момент. И Дмитрий Лесников. Добавленное по второму тайму. Так, какие претензии-то у Стрельцова? Заключительная техника тактических действий в нашей встрече. И все. Дмитрий Стрельцов указывает на центр. Дает многократный свисток.